Теперь жильцов дома 2901 по утрам ожидает незапланированная утренняя гимнастика. Все потому, что лифт в доме не работает. Неисправный подъемник стал неприятным сюрпризом для жителей верхних этажей, особенно для молодых мам с детьми и пожилых людей. Гульюзум Зайнудинова живет с мужем, тоже пенсионером, на предпоследнем, 11 этаже. Порой приходится возвращаться с тяжелыми сумками, вздыхает женщина. До этого-то вот изредка ломался лифт, так не часто. Ночью свет погас, я не поняла почему, просто я не обратила внимания. Причина неудобства стала возгорание в кабине. Горел подъемник на третьем этаже. По странному совпадению, на прошлой неделе коммунальщики вывесили объявление о планируемом ремонте пожарных шкафов. С утра увидели, что сгорел лифт. Все. Таких подробностей не говорили. Приходили люди, смотрели. Лифт не будет работать еще несколько дней, до окончания незапланированных ремонтных работ. Кабина выгорела полностью. Огонь ликвидировали за полчаса. Больше времени потребовалось пожарным, чтобы приблизиться к месту ЧП. В случившемся есть криминальный след, заявляют огнеборцы. В помещении лифта находился матрас, который загорелся. А по предварительной причине это умышленное уничтожение имущества. На пожар выехали две автоцистерны и автолестница. Пожарным было воспрепятствие, это неудобство близко подъехать к зданию, потому что находились припаркованные автомобили. Виновнику, если его найдут, не только предстоит компенсировать затраты на ремонт лифта, а это свыше 1,5 миллиона рублей. За поджог злоумышленнику грозит и лишение свободы до 5 лет. Татьяна Кранаева, Петр Греков, телеканал «Эфир», Набережная Челны.